Давайте продолжать второй уровень. Переделал вашу пусковую установку. Изрыгатель пламени уже готов к испытаниям. Говорит комитет. Нам поступают сообщения из карантинной адской зоны у разлома Сан-Андреас. Эксперты комитета проанализировали данные со спутников и готовы с уверенностью утверждать, что альтернативно живые пытаются отбиться от атаки самого Палача Рока. Кое-кто утверждает, будто Палач Рока, или как его еще прозвали, марсианский морпех, вовсе не ангел мщения, а выдумка пропагандистов сопротивления. Объединенная аэрокосмическая корпорация продолжает отрицать его существование. Тем не менее, считается, что именно он остановил работу марсианского комплекса корпорации, разрушив аргент башни. Мы будем следить за развитием событий. Это что? Так, нажимайте треугольник, чтобы поджечь. Они будут ранить осколки брони. Ронять. Убивайте их, чтобы получить больше осколков. Руководство по кристаллам стражей. Это экран выбора кристалла стражей. Они увеличивают максимальный запас здоровья брони и боеприпасов. Типа прокачка-то. При выборе улучшения показан текущий уровень улучшения вашего здоровья, брони и боезапаса. И то, как оно повлияет на категорию. Два связанных улучшения откроют дополнительное улучшение. Окей. Это для
Мне бы ХП, конечно, прокачать, честно говоря. Что? Дольше горят. Чтобы прокачать-то. Давай вот это, я не знаю. Приз получен — кристальная лихорадка. Так. Осматривайте местность в поисках кристаллов стражей, улучшающих ваши способности. Портал активирован и готов к применению. Чтобы остановить демоническое вторжение на Землю, необходимо расправиться с жрецами преисподней. Двое выживших жрецов бесследно исчезли после смерти Дага Николса, или как-то так. Вернитесь в Ликование, город, где когда-то вершилась судьба стражей, и найдите особое устройство. Оно поможет обнаружить оставшихся жрецов и спасти землю.
там. Кнопку. Надо разыграться. Кровавый удар — это удар кулаком, который наносит сверхмощный урон. Перезаряжают
его зверское убийство. Нажмите R3, чтобы обрушить его на врага. Руны. Руны улучшают ваши способности или открывают новые. Выбирайте руны, которые лучше всего дополняют ваш стиль игры. Так. Зверские убийства быстрее. Зверские убийства совершаются с большего расстояния. Ускорение. Вот это полезно. Как мне кажется, вот это тоже полезно. Вот это полезно. Давай вот это попробуем, я не знаю. Вот это. Ну,
Так. Окей. Окей. Понятно все. Бесячая. Yeah.
Завершите все столкновения в задании, чтобы получить очки оружейника. Заработанные очки отображаются на шкале демонической угрозы. В каждом задании можно заработать 10 очков оружейника. Очки оружейника тратятся в разделе «Досье арсенал» на улучшение модификации оружия. Так. Здесь вы можете улучшить модификации, настраивать по своему вкусу колесо выбора оружия, применять пользовательские расцветки оружия. Как сложно, как много всего. Бомбы, липучки, стрелы. Я бы вот это улучшил, на самом деле. Так, чтобы улучшить модификацию, перейдите к оружию с доступной модификацией, выберите ее, чтобы открыть список улучшений. Это мне нравится, вот это улучшение, модификация точнее. Выберите улучшение, чтобы приобрести его, если у вас не хватает очков. Так. Это мне не хватает. Либо радиус, либо скорость перезарядки. А у меня сколько очков-то? А, 6. Давай скорость. Вот. Так. Ага, понятно. Нет. Как туда попасть? Может,
сверху потом. Так, еще что-то. Дэш? Нажмите кружочек, чтобы резко ускориться во время бега. Дэш. Это какой-то платформер. Теперь вернуться. Я хочу теперь вернуться. Стоп.
следует убивать жрецов. Ты ведь знаешь наши законы. Пусть они предатели, ничтожные отступники, но в их жилах течет кровь стражи. Ты пытаешься помешать тому, что твой разум просто не способен постичь. Это предначертано. Пришел их черед для покаяния. Если ты не остановишься, то навлечешь на себя всю ярость небес. Ты один, ты слаб. Они более не твой народ. Их не спасти. Что, меня за идиоты держите? Волк, кстати говоря, который появляется здесь. В легендах Аргента упоминаются звери-стражей, которые были для закаленных в боях воинов верными соратниками. Зачастую эти звери были крупнее, быстрее и сильнее других особей своего вида. Они руководствовались инстинктами своих хозяев и помогали им в бою. Ночные стражи не открыли тайну происхождения этих существ, полагая, что только они сами достойны таких компаньонов. Король Новик. Король Новик много лет был воином-патриархом Твердыни Стражей, избранным самой судьбой защитником их миров. Взращенный войной народ Стражей считает, что лишь представители воинской касты достойны править в бою. В бою король должен командовать войском, биться в первых рядах, а не отсиживаться в тронном зале. Хартия Стражей подчеркивала, что король, не способный сражаться, не способен править. Тысячелетиями народ Стражей защищал свою цивилизацию от тварей. Военное ремесло, которое оттачивали поколения бойцов, постепенно превратилось в настоящее искусство. Даже в мирное время ночные стражи сохраняют бдительность и разрабатывают новые способы вести завоевания, дабы упрочить власть над вассальными мирами. Погодите.
Надо. Классно. Ну, патрон. Я тут пришел. Это не так много. Батареи стражей позволят восстановить энергоснабжение корабля. Часть отсеков сейчас законсервирована. Найдете достаточно батарей и сможете использовать все функции корабля в полную силу. На этом чуть-чуть прервемся. Продолжим сейчас через некоторое время с этого момента.